Тяжело играть, сегодня давалось нам два хороших соперника, сегодня играли, тем более мы вместе идем по турниру таблицы. Для нас сегодня было важно победить, взять 3 очка, все, что, в принципе, мы сегодня добились этого. Вот. Может быть, не все получалось, но самое главное, сегодня была победа для нас. Наверное, за счет желания, мы больше хотели победить. Вот. В концовке не использовали несколько хороших моментов. Но самое главное, то, что мы не пропустили сегодня, это важно. Наверное, я думаю, то, что физически где-то, может быть, еще не до конца восстановились, потому что играли не так давно. Плюс не очень хорошая погода сегодня была. Но я думаю, это, может быть, не хотелось бы на это обращать внимание. Но все же. Главное, победа, повторюсь еще раз. Ну, конечно, приятно играть при полных трибунах, но ничего, сегодня болельщики хорошо поддерживали нас, было слышно. И, я думаю, это тоже сыграло свою роль. Эта победа имеет для нас большое значение. Как вы сами могли видеть, второй тайм у нас получился гораздо лучше, чем первая половина игры. Но самое главное, что мы сегодня в этом трудном матче заработали 3 важнейших очка. Реализованный пенальти придал нам силу уверенности. И да, наверное, он переломил ход игры. После этого мы стали играть гораздо увереннее, забили еще один гол и в итоге победили. В первом тайме нам было тяжело. Команда противника здорово прессинговала, закрывала практически все зоны. В перерыве в раздевалке тренер рассказал нам, как нужно действовать дальше, и во втором тайме мы выглядели уже значительно лучше. При такой погоде, конечно, было играть немножко неприятно, но мы достаточно быстро адаптировались. А потом в ходе игры мы просто уже не вспоминали о том, какая сегодня температура воздуха.